Камера, мотор, поехали. Всем здравствуйте. Бложек из деревни, что-то у нас дожди с утра поливают. Уже который день. А мне надо сегодня бы траву хотела покосить. Новый триммер распечатать, посмотрим. Сейчас позвонил глава администрации. Глава администрации позвонил. Я давеча тут на решаем месте скинул вопрос, ну, фотографии по дороге. У нас тут на выезде дорога ужасная, по обочинам все ездят. И Юлька с ребенком ходит, беда, пыль поднимают. Обочины разбили все, сфотографировал, отправил. Вот он по этому вопросу сейчас подъехал. Говорит, пошли померяем. Они там где-то в программу включили, там Корею ремонтировать. Ну, Корею — частный сектор у нас. Я говорю, так у нас въезд-то поважнее будет, наверное. Здесь все ездят. Он говорит, здесь вот мы давай замеряем, сколько, ну, участок дороги, который, да, вот этот самый разбитый, плохой, плачевный, в программу его включим на 2024 год. Все, сейчас мы, ну, я тут включил камеру, сколько позаписывал, сколько не позаписывал. Смотрим, как мы меряли дорогу. Так, что у нас сегодня? 21 градус, тепло. Тепло. Блин, ключи от машины забыл. Андрюха, погоди секунду. Сейчас я. Че, по какому вопросу-то? Давай. Пойдем по дороге мы с тобой. По той, по этой? Да это-то еще не все. Это-то все нормально. Там главнее. Короче, смотри, ситуация-то что. Мы нынче подаем заявки на дороги. Я этот участок туда не включал. Почему? Вот, потому что все дорого. Вот. Ну, то есть это стоит. Ну, это же заезд, самый главный. Понятно, что заезд. Я все понимаю. Там-то вообще вот. В конце-то уже, ну, второстепенно. Там тоже люди. Не, ну люди-то здесь все въезжают. Нет, это-то. Надо, и там тоже им надо, и всем надо. Ну, это понятно. Вот, я-то что решил делать? Сейчас увидел сообщение, тут все поузнавал. В принципе, денег у меня в дорожном фонде хватит, чтобы софинансировать эти мероприятия. Ну, то есть, чинить-то это никак не хватит, сам понимаешь. Вот. У меня тут участок получается. Не видел, просто на горе еще. Вот там вот этот, от двухэтажного магазина до трехэтажки 1,5 миллиона. У нас весь дорожный фонд там 500 с копейками. Вот. Так. Это вместе с чисткой дорог совсем. Вот видишь, они едят по обочине. Да, понятно. Я прочитал твое сообщение. Это безобразие. Конечно. Во-первых, пыль. Во-вторых, Юлька говорит, вся перематерия говорит, ё-моё, магазин, не могу выйти, они вот тут гадаются. Смотри, я что предлагаю тебе сейчас. У меня рулетка есть, давай мы с тобой замеряем, ты поможешь? Я сейчас тебе поговорил, включат мне, короче, эту смету, это расстояние. Вот. Я с бухгалтерией пообщался со своей, для софинансирования этого участка, я думаю, нам денег хватит. Давай замерим. Ты хочешь вот этот заделать, да? Самый плохой начинает от этого места, грубо говоря, и, ну, сколько мы с тобой тут? Давай вместе решим, чтобы у нас больше не было с тобой этих коллизий. Я считаю, вот от этой трещины надо вопрос решать. Хотя бы, да. Потому что тут, видишь, уже основные разрушения здесь идут. Уже одна на одной дыр. Вместе вот с этой получается. Рулеточка-то у тебя плюшевая. Нормально? Твоя личная. Что, ширина дороги у нас получается? Ширина дороги сколько? 5 метров. Ну что, давай, что будем по 5 метров и мерять. Нет, по 10 она, 10. А, она у тебя 10? Да. Ну давай по 10 будем мерить. Да мы что, условно хотя бы? Там черты не будет. Ты что, ты? Мы же инициативные граждане, ты знаешь, что за любой кипиш, кроме голодовки. Так, что у нас там с остановкой, вопросы? Два раза падало. Когда тебя-то не было, Андрюха Копылов там фундамент поставил. Да, и когда магазин-то у него не получился, внесли предложение, давайте на этом фундаменте поставим хорошую остановку. Бывшая глава администрации
не будем фамилию называть. Говорит, убирайте нахер отсюда все. И все, пришлось убрать весь фундамент. Ну, торговлю там уже отказался, да? Хватит, что, до сюда, думаю. Все, тут-то уже отлично все. У меня там есть план, видите, остановка для школы. И лежачий полицейский на нашей дороге, к сожалению, нужен. Нам надо, да. Грязнее до школы, там почти 50 метров получается. Так, что-то беда какая-то есть. Что, грязью забило у тебя, наверное? Я помою ее. Так, что, 10. Сколько насчитал? Считаете? 10, 20, 20, да. 30, 50, 40, 50, 60 метров. 50 метров. Нормально. Дорожного полотна. По 5 метров. О, на 5 миллионов минимум. Нет, я думаю, тысяч. 600, 700. Все понятно. Вот я сейчас про дефектовку напишу по ямам. Обычно яму указываю. А ты мне отпиши там-то, чтобы официально было. Уже проведены работы. Замеры согласовали, заявка подана. Заявка будет подаваться сейчас в сентябре. И проблема-то в том, что часть от населения... А тебя что, население-то не напрягает это? Именно по этому участку? Да. А почему не напрягает? Дачники-то не ругаются? Там-то вообще не проездная стала, и там больница, и все, они тут из этого. Но. И подъезды не с той стороны, не с этой. Поэтому решили вроде как туда сначала. Вот. А здесь такой маленький ремонт сделать опять. Ну вот маленький ремонт опять на лето только. А работа-то немерено. Сам помнишь, сколько тут сил было потрачено нами. А тут да. Тут и я засыпал, это бесполезно. Ну, так, ну, хватает буквально месяц. Все выбивать. Первые дожди, все вылетает. Здесь еще был силикатный, он все по морозу все порвало его. Вот. Ну что, это яму напишу, дефектовка примерно объем-то. Тут асфальт это уже, по-моему, вообще это просто не тут. Вот это вот место. Но. Оно так и есть, да? Оно так и есть, это обочина была, просто вот они уже накатали. Она уже стала дорогой. Да. И они, смотри, сейчас еще вот пару дождей, не все обочину-то разобьют. Уже по ней-то не стало ездить, возможно. Надо сюда по покрышке бросить нахер. Не ездили. Потихоньку, да. Так тут скорость-то и не нужна именно, когда яму-то народ ведь ходит. Зачем по населенному пункту гонять? Я в том году, когда мы заделали в школу яму-то. Но. Там под сотню трав поворот, народ начал гонять. Все, Андрюх, опаздываю, мне к стоматологу надо. Давай. Машину не забудь. В делах. Так. Вот так мы сходили, померили дорогу. И чуть я не опаздываю. У меня на 10 к стоматологу в Куменок записано. Поехал я в Кумены. Сейчас к стоматологу в 10 схожу, у меня зуб там сломался. На 20 назначили, когда на 10 утра. Зуб полечим. Заеду, продукты возьму. Что-то здесь с фруктами тяжело в деревне. Вообще ничего не возят. В Пятерку заеду. Да там Роман Дмитриевич опять на Вальберис что-то Юлька заказала. Так, все ли я взял-то? Вроде все. Все вам покажу. Все, едем. Может, что поснимаю. Я уже в Куменах, по два дождя в Балдыге сильно. Днище хоть промыл машины. Все, пойду я, который час. 46 минут с 10, но там может задержаться. Пойду к стоматологу. Сходил к стоматологу. Сказали, все у тебя отлично, зуб мудрости удаляй. Потому что там смысла нет, он у тебя роли не играет в пище прожевывании. Мешаться там только. И мне тем более еще в тот раз говорили, пломбу на него ставили. Удалять-то его не нужен он тебе. Тем более, говорит, сидит он у тебя не крепко. Поедем сейчас. Ой-ой-ой. Ходит посреди дороги, видит, машина едет. Ты иди-ка, мужик. Не вижу я тебя, блин. Тротуары ездят, нет, надо посреди дороги идти. Что за люди? Сейчас едем куда? В поликлинику. Узнавать, когда дергают зубы у них. Все покажу. Так, у меня тут второстепенная. Но пропускать некого. О, поликлиника-то недалеко у них. Вот здесь. Едем в поликлинику. Сейчас сходим в этот регистратуру.
все узнаем, что да как, пообщаемся. И дядя, поворотник выключи. Все узнаем. У них туда я не буду заезжать, я вон здесь сейчас припаркуюсь. Так, где-то бы мне вот припарковаться, я не знаю. На территорию комплекса не поедем. А, у них же есть вон стоянка, я чё... А, хотя чё стоянка-то? Сюда сейчас заеду, да и все. На обочину. Пойдемте, поинтересуемся, как зуб может сейчас и выдернуть. Блин, и кататься 100 раз неохота. Или после обеда. Сейчас все узнаем. Мне к зубному надо зуб выдернуть. Как это у вас организовано? Нет, я вот сейчас от стоматолога коммерческого, он говорит, удаляй его, едь, и все. Здесь подпись. Где живете? Речной. Карточка зубная есть у вас отдельная? Не могу знать, но я дергал зуб год назад здесь, наверное, есть. Мусихин Дмитрий Александрович. Да. Сегодняшнее число и роспись внизу. Так, какое сегодня у нас? 20 июля, да? Или июня? Я их путаю, июнь или июль сегодня? Июль, да. С росписью, да? Да, распишитесь. Это. Подождите, сейчас, может, кто лучше хотел бы. Как зовут? Елена Юрьевна. Так, вы куда идете? К Лору. Держите. А в каком кабинете? Все, запиши, который вино. Кабинет-то какой? Что, идти ждать очереди, да? 28-й. Нет, подождите, сейчас запишем на время. А, на время? Все замечательно. Если нет, то через... Госуслуги есть 10-50. Может, есть, если там есть. 10-30 есть его. Запишу. Все. Это сегодня, да? Да. Замечательно. Сейчас. Мусихин Дмитрий Александрович. Нет. Одна. Мусихин. Все, спасибо. 10:30, 6-й кабинет. 6-й. 5-й, блин. А где 6-й у них? Все, идите.
10:30. Что 10:30? Зубной кабинет сейчас выдернут. Талончик там оказался у них свободный. Это у нас через 25 минут. Сейчас 10:03. Все, нормально. Сейчас зубы выдернут, это все. И проблема одной меньше. Она сказала, я сказал, все зубы посмотрите у меня. Она говорит, вообще проблем нет. Все чётенько. Все. Как выдергивать будут, не буду снимать. Опасно. Шестой кабинет вот там. Пойду камеру в машину брошу. Мешаться нам не будут. Да подожду, сейчас через 25 минут все сделают. Все расскажу. Итак, 10:50. 10:50. О, ребята, все печально. Так, что, звук есть? Звук есть. Все печально. Пришел я к стоматологу, он спросил, какие зубы. Нижний, последний. Они говорят, о, давай на рентген. Сделали мне рентген. Сходила там очередина. Меня не пускают. Я сходил в регистратуру обратно, говорю, что делать, как у вас тут эта процедура-то проходит. Она говорит, иди без очереди. Всех там растолкай. Я сходил, мужики, говорю, не обижайтесь. Я без очереди. Сходили, сделали мне снимочки. Посмотрела, она говорит, поезжай-ка ты, парень, в Киров. У нас местная анестезия плохая. Верхний, говорит, если бы у тебя было, я бы тебе без проблем выдернула. Нижний, там надо как-то замораживать его хитро. И написала мне направление в Киров. Попова 24А. Японский городовой. Ну, сегодня понятно, я уже не поеду, не успею я никуда. Вечером посмотрю по картам. Так, мне надо вот сейчас снимок высохнет. И убрать его будет куда-нибудь. Так, еще он высох, наверное, уже. Ё-моё, вот не было печали. Не было печали, называется. Сейчас надо в Киров мне день выбирать. Что-то у вас тут, наверное, бликует. Не. И ехать в Киров. Беда, беда, огорчение. Все, поехал я в Альберис. Тут больше не интересно ничего. В Альберис заеду, потом заеду в Пятерку, продуктов наберу. Продолжение следует у нас. Ну, это не знаю, когда вы увидите. Поеду, тоже там все поснимаю. Даже не представляю, где там. Надо мне посмотреть. Ё-моё, с зубом. Проблему выдернуть. Вот так. Все, пока здесь все. Я же этот, в Альберис приехал. Что-то нашу знакомую давно не видал, которая на меня заявление здесь написала. Продавца. Как-то она не попадалась один раз. Пойдемте посмотрим. Может она. Сегодня она попадется. Так. В больнице зато 100 лет не был. Нигде все узнал, где что находится. Мне на этот еще штрих-код. 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 Все, пойду в Альберис. В местный. Суммарики надо взять, наверное. Что-то там 10 позиций вроде будет. Сейчас посмотрим. Добрый день. Десять позиций, вот.
Все, спасибо. До свидания. Готово. Где-то там. Пообедать, что ли, сходить? Или не ходить? Это мужики болтают, стоят. Странные ребята. Опа! Один пакет лишний. Время-то, друзья мои, обедешное. Сколько обедешное ли? 10:58. Заехать пельмешек съесть и порцию. Или в столовку. Не, в столовку не хочу я. Хочу пельмени. Поехали-ка, пельмени поедим. Пельмешек сейчас порцию съедим. Салатиком. И поеду я в Пятерочку с сытым желудком. Огошечко немножко прикроем. Сейчас дождь, походу, будет. О, а что-то там все заволокло. Пойду я пельмени поем. Пельменная. Никого нету. Здравствуйте, порцию пельменей. Майонез. Соус. У вас наличные будут? Карты. Переводом. Чего? Переводом можете, нет? Я могу наличную тогда. Тогда наличные. Не работает у них платежи. Можно онлайн сделать, через Сбербанк онлайн перевести. Стакан компота еще налейте, пожалуйста. А сколько надо? 38,80. Блин, нету у меня столько. Только 11 рублей. Сдам вам. Что-то у вас плохо сегодня все. Да что-то совсем. Мелочь, да... А, вы будете так, так. Все понятно. Компотик еще налейте, пожалуйста. А, не увидел, снизу не видно его. Все, спасибо. Терминал сломался. Пришлось наличкой. Ладно, у меня наличка была с собой от зубного врача. Все, я жду, сейчас пельмени сварят, пообедаем. Ой, блин, не туда положил. Пельмешек. Помните, в тот раз я приходил, они как раз меняли эти аппараты-то кассовые. Я сказал, что он глючен. Они еще так на меня косо посмотрели. Вот это проблема. Месяца не прошло, вылезло. Эти без этих, беспроводные они. По Wi-Fi или не знаю, почему они тут работают. У нас все их убрали, тоже отказались. Лучше старенькие, но проверенные эти аппаратики, чем вот эти новые на Android. Такая шляпа. Постоянно глючат терминалы эти. Жду пельмени. Снимаем пробу.
Быстро сварили. Рубка еще с луком. Тот, кто раз сказал, что пельмени с хлебом не едят, удивился, как ты ешь. С черным хлебом попробуйте, со свежим. Вещь. Рыбка маринованная с луком. Всем приятного аппетита. Так, пятерку съели. Тук. Пойду в хозяйственный магазин зайду еще. О, поел так замечательно. Будете в Кумёнок, заезжайте. Вот это прекрасное место. Божественных пельменей поедите. Кто-то мимо тут проезжал. С этого. С другой области. В воскресенье заехал. Говорит, не попробовал пельмени. Так, пойду я в кубометр, наверное, скажу. Тук. Машинка стоит тут. Мне надо крепеж купить. Пойду спрошу. Даже не знаю, как он называется. Вот органайзеры такие для мелочей, вот как шкафчики так выдвигались. Угу. Их, наверное, купили, у меня оставалось. Я надо определить. Да, они вот тут стояли. Она от него выделяется. Нужна штучка, она отреагивает тросы. Знаете, такая. Крючок, сзади петелька с двумя резьбами, посередине такой. Нету таких, да, растяжек. Все понял. Итак, рассказываю. Здесь нету этих штук. Мне на бане трос натянуть. Трос, и где у меня этот идет? Электричество в баню. Уже второй год провисло. У меня трос есть. У меня есть один-то такой штук. Мне надо с двух сторон бы, конечно. Вот и знаете, натяжители тросов. Такая штука, я даже не знаю, как она называется. Пойду в другой еще хозяйственный магазин. Поинтересуюсь, может есть. Добрый день. У вас есть такая штучка? Тросы натягивать. С одной стороны крючок, с другой петелька. И посередине резьба с двух штук. Начинаешь ее покрутить, и она стягивается такая. Тросы, растяжки натягивать. Ну как, провода тянут, например, чтобы они не провисали, трос протягивается, его натянуть надо. Соответственно, такой, я не знаю, как это называется. Зажим? Есть у них там они. Есть, да? Там два крючка с этим. Ну, с одной стороны петля бывает, да, а с другой крючок. И посередине такая штука. Вот такая только маленькая надо. Во! Во, вот они. Вот таких, дайте две штуки. Каких именно? Вот, вот, вот. А как их называются? Вот таких? Там написано размер. Нет? Шестерки. Вот эти, наверное. Бумажки мелкие, нет? Там только две номер. На две... нем. А, на нем прямо? На нем. А что, давайте 30? 30. А, 8, наверное, вот сверху. 8. Две штуки и под тросик зажимы. Под тросик на... Блин, трос-то не помню. На 6, по-моему, трос у меня. Когда трос-то переделаешь, такие зажимы на двух гаечках. Не понимаете? Вот, вот такие, только мне надо размер, 5 миллиметров, 5 миллиметров, 4 штуки. Пять, по-моему, да, потому что у меня трос там вроде на 5. Он затянет и поменьше. А что они у вас, почем? Не знаете?
И 4 еще тогда дайте на 3 миллиметра, вдруг не подойдут. Так. Что-то грана меня замарала. Мы, в общем, с продавцами на разных волнах. Вот такие штуки мне нужны были. Как они называются, понятия не имею. Продавец понятия не имеет. Дальше. Можно тросы стягивать вот этими. Просто петлей пройдет. Вот в эту штуку. Ты же его закрепить должен. Вот или этими удобно. Или вот такими. Этими, наверное, даже удобней. Я не помню, какой у меня трос. И взял я... Что я взял там? Блин, наверное, танки взял. Надо было трос, по идее, меряют трос, подбираться под трос. Вот так. Все, поехал я в пятерку. Здесь все взял. Что-то здесь все затянуло, походу будет дождь. Ладно, едем в пятерочку за продуктами. Вроде ничего не забыл. Что-то полиция стоит, беседует с женщинами. Ни о чем. Все, пойду в пятерочку схожу. Оба. Все, набрал я на 200 с чем-то тысяч. Ой, 200 тысяч, говорю. 2000 чем-то рублей. Дождик куда идет. Едем в сторону дома, погнали. Так, сколько у нас? 21 градус. Всем здравствуйте. Дядя Андрей, суперблогер, заехал в гости. Ага, доброе утро. И говорит, поехали-ка по лисичке съездим. Видел у меня в ролике, что я грибы собирал. Не смог отказать ему. Раз. Ну, что я их с тобой возьму? Сейчас возьмем. У меня ключей нету, Андрюха. А что ты бросил в багажник? Кого? Вот в тот. Потом что, в лесу будем искать. Итак, сейчас я расскажу, что мы делаем. Едем мы сейчас за лисичками. Открой двери, я туда поищу. 40 километров. Как я тебе открою? Да сейчас погоди, расскажу, что мы делаем, и положу их домой у тебя. 40 километров мы едем домой, ой, домой, говорю, за грибами. Тебе зачем грибы-то, Андрюха? С картошечкой пожарить, знаешь как? С картошечкой пожарить хочет лисичков. У нас дожди, правда, поливают сегодня с утра, лило-лило, попадем, наверное, под дождь. Хотя в 10:30 написано по индексу, дожди кончаются. Все, уже уйдет тучи. Все, ничего нет. Так что, что будет интересно, покажем. Телефон у меня. Лисички будем вам показывать. Телефон купил. Раптор. Раптор. Че он у тебя такие, звук не так? Нет, нормально стало. Стало нормально? Странно. Обновления, наверное, пришли. Знаю, все, едем, покажем все. Я все беру. Мы едем по пути. Я дядя Андрей говорю, здесь белые были. Он зашел и сразу же белый, покажи. На, проверь. Что-то не режет, да? Еще один переросший. Там переросший. Ты что, это маракена? Она не может не резать, это лазерная заточка. Не, червивый. Где? Да вот дырки. Иди да? Да. Сейчас обрежем. Ладно, еще нормально, пойдет. Димон, ты че? Да пойдет сушить тебе, где черви вылезут и все. Червяки-то, они потом вылезут. У меня же есть этот. Мы едем. По пути тут остановились. Но тут люди ходят, тут я не знаю. Тут еще и лисички были немножко. Я тогда заехал, здесь тоже белых набрал. Прямо по этой дороге. Да, еще попойду. Все, мы сейчас дальше поедем. Просто посмотрели, белые есть. Да мы там белых-то с тобой наберем. Там лисички белые, все, там все есть. Ну нету больше, видишь? Нету. Так они, да, чем они засушили-то один? Трактором. Вытаскивали, он, видно трактор. Мы едем, где этот была? Скважина. Скважина, помните, мы с Сережей нашли по весне здесь скважину? Показали. Сначала рабочую колонну вытащили. А тут, смотрите, вы приехали, раскопали. И саму трубу уже. Ну это работисто было. Здесь труба торчала. Все выкопали. Хо-хо-хо. Вот это да. Андрюха грибы пошел искать. Андрюха, тут нету грибов. Все раскопали. Бетонную заливку сняли. Трубу вырвали. И утащили ее волоком. Видать, длинная. А может, кусок был, не знаю. Туда куда-то. На выезд. На Крутецкий. Поверку. Вот это да. Это где-то... Так, я когда здесь был? Вчера, позавчера... Я был здесь во вторник, сегодня пятница. Где-то у средней недели это выдернули. Еще ничего не было. Здесь проезжал мимо. О, вот это да. Досочки оставили.
Там труба нарядная была. Не знаю, про солярка купилась, не купилась у ребят. Андрюха, поехали давай отсюда. Нам еще ехать далеко. Да нафиг тут, что тут? Гайки да болты одни валяются. Все, мы едем дальше. У нас первое место, первая остановка, Медвежья тропа. Мы сейчас пойдем там остатки собирать. Вон они. Вот в этот год здесь почему-то мало, Андрюха. Обычно здесь вот в этом месте желто. Но они где-то растут, где-то не растут. Места меняются. Мигрируют грибы. Ты знаешь про миграцию грибов? Ты будешь собирать? Нет. Вон наехал уже. Где? Вон. Давай, собирай. Мы сейчас здесь все пройдем поверху. Ты не будешь? Так я там вверху поберу. Я-то свое насобираю. Но там я мало оставлял, смотри, я большое это тоже все срезал. Но мелочи там дофига было. Сейчас мы с тобой все это сделаем. Ты чисти их по-нормальному. Мелочь-то что она, видишь, тыга, что, куда ее? Че, нормальные грибы? Нет, вот эти-то нормальные, а там. А не, пуговки-то не бери. Все, мы пойдем, поберем грибов здесь. Потом дальше поедем. Пуговки-то что они? Я вот на этой полене был несколько дней назад, и смотрите. Оп. Оп. А тут-то смотри, что у меня. Оп. Так я говорю, там в мамхе-то разделаешь так о них. Знаешь, сколько их дофига. Ой, падает что-то у меня все. Я пакет взял из магнита, гигантский. Ой, Андрюха, тут у меня в одной куче сразу же. Но здесь другой сорт лисичек. Тут, видишь, они худенькие. Тощие, болотные лисички. А вот там-то мы с тобой приедем, они будут там боровые лисички. Все. Вот на одном месте сразу же 10 штук. Потом, смотрение, вот они везде здесь, здесь, здесь. Андрюха там режет. А что ты делаешь? Так дергаешь? Да. Не, я выбираю, потихоньку чистое делаю. Обходи вот эту поляну, там она вся желтая. Да, я тоже. Все, мы режем, начинаем. Показал вам, что грибы есть. Дядя Андрей там поляну режет. Я хожу по лесу. Помимо лисичек здесь есть белые. Дядя Андрей будет брать. Я не знаю, нам надо белые. Если побольше там попадут сюда. Белый гриб. Замечательно. Замечательно. И пойдем потом туда, в другое место, и потом поедем дальше. Сейчас здесь повыше схожу, мы выше здесь не ходили никогда. Может, ну тут, конечно, леса шикарные. Тут гора идет вверх. Сейчас по горе поднимаюсь. Вот здесь должны быть белые в таких местах. Я набрызгался, нормально, не кусают. Смотрите, ямы какие-то. Вот здесь металлоискателем. А вон там поляна вообще вверху. Пойдемте до поляны сходим. Смотрите, здесь рвы. Говорю, тут такие места интересные. Когда-нибудь я с металлоискателем заеду. Все здесь обследую. Не заблудиться бы как-нибудь. Трекер не включил. Так, сейчас вверх поднимемся. Вот здесь, иди сюда, увидишь. Сейчас я приду, погоди. Здесь, походу, делянка была. Че, нашел? Смотрите, здесь медведь гулял. Разрыл муравейник. Да, места здесь, конечно, интересные. Блин, елки сырые. Так, здесь лисичек я не вижу. Пойдем этого вниз. Тут и гора все вверх идет. Туда подниматься. Все, давайте выходим отсюда. Я тут был буквально, когда 3-4 дня назад. Вот они за 3-4 дня тут опять. Там вот дядя Андрей там режет целая поляна у него. И вот они идут. И не маленькие. Вот они, вот они. Все идут. Во-во, вот там все желтым желто. Здесь, хотя я тут все выбирал. Нормально идут. Еще мелких много, еще пойдут. У нас тепло, дожди идут. Растут как на дрожжах. Все, мы режем потихоньку. Поляна дядя Андрей режет, полянку я нахожу.
Я уже вот набрал. Потихоньку я их чищу. Ой, пакет какой-то. Чищу их. Дядя Андрей так бросает сразу же. Я говорю, не, я перебираю здесь. Все, продолжаем. Все, мы там все собрали. Здесь едем вдоль дороги, здесь осинки. Посмотреть красные, там лисички я нашел. Дядя Андрей там где-то ходит, смотрите. Кто-то бетон потерял. Надо дяде Андрею отдать. Откуда он здесь? Странно. Андрюха, иди лисички собирай, да поехали. Нету тут красных. Хотя лес хороший, рано еще видать. Я тебе нашел подарок. Оп. Под землянику ты хотел. Викари, ну выбрось, ничего. Где ты? Нормальная вещь. Так на дорогу. Иди и режь там. Где? Да вот там, вон, у дороги, я же тебе показал где. А я тут посмотрю какая-то. Такое ощущение, что здесь что-то здесь мелиорация была. В средние века. Видите? Кучи наделаны. Места вообще интересные. Ямы тут гребли, как будто что-то. Непонятно. Осинки. Здесь красных должно быть, но почему-то нету. Странно. Почему нету красных? Вон два бабка растут. Здесь нора чья-то. Может, здесь поля были раньше? А бабки? Дядя Андрею взять, что ли? Места интересные. Ладно, едем дальше. За лисичками мы набрали тут по пакетиках, хорошо? Хорошо. Да, лес тут интересно. Такое ощущение, тут поле раньше, наверное, было. Это не похоже. Вон еще один обобок стоит. А красных нету. Так, где-то у нас тут дорога. Потерялся я. Где-то здесь идет дорога. Пойду искать. Мы с дядей Андреем в лесах Вятской губернии все ходим. Я ему показываю, где лисички растут. Он все отстает. Не знаю, вам интересно, что тут одно или то же. Лисички, лисички. Вон они полянами растут, видите? Это поляна дяди Андрея, это поляна мне. Иди сюда, я поляну нашел. Я здесь поберу, а ты вон иди сюда побери. Вот так набираем. Он уже. Ой, криво камера. Я чищу их, не спеша беру. Дядя Андрей заметает. Вот так. Давай, иди сюда, пошли дальше собирать. Продолжение сборов. Андрюха куда-то убежал. Не знаю, камера не передаст, но здесь вот усыпано черникой. Черничник здесь, ягод. Сижу, думаю, ягод хоть поем. И вот так смотришь, все усыпано. Мелковато чуть-чуть, не знаю. Чуть-чуть мелковато, но сладенько. Иди сюда, черники поедим. Тут все усыпано, Андрюх. Но, заходи, черничник тут хороший. Все, все вот в этих ягодах. Все усыпано. Все, мы перекусим, да поедем дальше. Здесь выбрали. Иди сюда. Что ты гнилых набрал, обобков? Да. Дядя Андрей набрал 3 пакета. Я думал, он все с одним уходит. Ну-ка, показывай давай. Вот. Так, вот они, вот. Вот. Вот тоже. Еще вот. Хватит много вредно показывать. Я один, но у меня чистенько зато все. Еле влез у меня. Все, мы отсюда выбираемся. Здесь все. Фу, что-то жарко стало, да? Будем. Давай попрощайся. Всем до свидания. Всем мы выбираемся отсюда. Что-то сил уже нету снимать. Находился я по лесу, поэтому... Да, будем выбираться. Сережа головорез приехал. Что-то хочет нам показать. А, Сережа? Ролик, вот. Всем привет. Так, погоди, подойду, звука-то нету. Всем привет. Всем привет. Ты что, не побритый?
А я перед рыбалкой не бреюсь. Примета плохая. Едет с рыбалки, хочет нам показать щуку. Давай, хвастайся. Ну и что ты, под дождь попал там сегодня? 3 раза. Блин, такая же фигня. Нифига у тебя сачок. Браконьерский. Да подсак. Подсак браконьерский. Ну что, щука есть? Если я тебе не покажу, так ты меня не поверишь. Да и Сережа наловил щуки. 10 килограмм. Нет. 6-7. 6-7. Ага. О, полное ведро щук наловил. Ты можешь себе брать? Пока. Не, не буду. Почему? А кто у меня будет готовить-то? Вика приготовит. Не, она говорит, с ребенком. Вот это крокодилы. Вот это надо взвесить. Вот это крокодилы. Ну я себе кайфу-то поймал так-то. Эдикция, наверное. А что, поначалу не клевало ни хрена? Что, на трешка будет, нет? Даже окунек, наверное, да? Окунек, да. Тоже на спиннинг, что ли, 2 штуки клюнули? Да, что? Я на железо все рыбачу. Сейчас я принесу этот. Что, как его? Возьми хоть, она тебе пожарит. Сейчас я принесу взвесы. Секунду. Давай. Сходил за весами. Сейчас мы будем взвешивать. Экземпляр. Юля в отказ идет, говорит, не буду я чистить ее. Ну как хочешь. И не хочет, коптить. И не хочет. Я потом коптить буду. Что-то. Ну-ка давай. И что-нибудь сделаю. Сейчас мы свешиваем, а потом еще в Телеграм покажем. Юбилей у меня уже был. Так, Сережа вешивает крокодила. Обратно ехал, намочила лужица, блин. А что, как? Она пикнет, она. Сейчас он свешивается и зафиксируется. Все. 3-150. Ни хрена ты. Давай вторую. Нормально? Нормально. Ну 3 килограмма-то такая, пищевая. Пищевой процесс. Хо-хо-хо. Что, вот эту? Да. Тон. Это килограмма, что, 2 будет. А как сбросить? А что, снизу? Оп, и все. Вешай, подними она до этого. 3 раза я сегодня вымок, блин. Такая же фигня. Ты-то что, блин, дома или что? Нет, я был за грибами. А-а-а. Ты же меня за грибами-то не берешь. Я же что? Так ты уехал на рыбалку, да? Я взял, собрался. Я да, уехал. В 9 часов уехал на рыбалку. Так ты же вчера говорил. О, это еще больше. Ага, сейчас. Ну, я говорю, больше 2. Больше 2? 2-660. Что, серьезно, что ли? Да. А так на вид полторашка. Даже у тебя ямная щука. На что ты рыбачил? На спиннинг. Нет, насадки я имел в виду. Железо? Железные блесны. Чук, как клевало, хорошо? Сейчас мы погоди в Телеграм еще свешаем. Вот так вот, господа. А что, искал, нашел. Кто ищет, тут всегда найдет. Вот этот крокодил-то надо его закоптить или завялить в фольге на мангале. Вот такие его, дела. Его хоть копти, хоть жарь, хоть что правильно. Это мы потом куда-нибудь ставим. После. Это вечерний у нас сегодня. Вечерний. Ну, а ты доличил, будто я поймал. Кайф вообще. Да. Кайфу я сегодня словил. Сейчас сначала гвоздиков, наверное, наловил. Да, вначале. Смотрите, даже окунек есть. 2 окунька. Это что, тоже на железо, что ли? Все на железо, что? Я не рыбачу на эти воблеры. Я не как бы. А я на все рыбачу, я и на силикон, и все. Вот такие дела. Все, Сережа, попрощайся. Всем скоро пока. Мы с ним вместе выедем. Я поймаю на 9700. Таких вот. Да. Буду тащить за голову вот так, а у меня хвост будет по земле тащиться. Утку насадишь и подождешь. На утку. Трофейная щука берет. Сережа сегодня, в общем, чемпион. Попрощайся. Всем пока. Всем пока, удачи.